Всем привет, дорогие подписчики, из-за телеканала с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру The Evil Within 2. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии попали в театр. Нашли Стефано. Он, зараза, от нас убегает. Надеюсь, не так уж далеко сильно убежал. Это у меня по максимуму здоровья. Так что выходим в дверь. Надеюсь, у меня хватит боеприпасов. Иди сюда, я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Полное поглощение ее сил, подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Это да, это вряд ли. По крайней мере, постараемся сделать это вряд ли. Закрывает все входы и выходы, блин. Ну, мы здесь с вами были в самом начале, в первой серии. Что-то полезненькое. Что это? Блин, это большая аптечка. Зачем мне такая большая аптечка? Не хочу тратить выносливость, а то мало ли вдруг пригодится. Прям зазывает. Зазывает Стефано. Давай, покажи, на что способен. Подожди, сейчас покажу. Так, перезаряжаемся. Взрывной болт. В принципе, я готов. Надеюсь, что я готов. У меня хватит боеприпасов. Меня только боеприпас сейчас волнует. Может быть, там тоже будут боеприпасы. Хватит беготни. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. Это да. Иногда дуракам везет. От меня не убежишь. Ну где это там? Иду за тобой. Где ты, пес? Не двигайся во время съемки. Ха, разбежался. Не двигайся, говорит, во время съемки. Чё, больно? Еще об этом пожалею. Да ты чё, серьезно? Нельзя скрыться от того, что ты не видишь. Эх ты, вот этот я зря потратил сейчас боеприпасик свой. От меня не убежишь. В кого чё он там кидает? Иду за тобой. Вот пёс. Ну покажи свое истинное лицо, ну. Все, хватит с меня. Сейчас ты умрешь! Йоу, мое. Я тебя мокрого места
не оставлю. Ох ты, блин! Я сам с тобою разберусь. Ох ты, зараза какая! Сколько ты еще продержишься? Долго. Нет смысла бегать. Какая композиция. От меня не спрячешь. Ух, это ловушка, оказывается, блин. Зря пошел, согласен. Дай свою кровь. Ты за это заплатишь! Да ты чё? Нужна твоя кровь! Это плохо, что я так трачу патроны-то свои! Обыватель! Ты должен страдать ради Иисуса! Вот зараза, блин, хотел перезарядиться, блин. От меня не спрячешь. Дай свою кровь. Я тебя мокрого места не оставлю. Жесть. Я сам с тобой разберусь. Может быть, попробовать в тот объективчик пострелять? Сколько ты еще продержишься? Не знаю. Нет о! Смысла бегать. Какая композиция. Ловушки поставил. От меня не спрячешься. Дай свою кровь. Последний шприц. Ты пес, блин. Обыватель. Обыватель, обыватель. Дай свою кровь. От меня не спрячешь. Свою кровь. Да ладно. Усеченный финал, открыто достижение. Только еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Посмотри, ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? Сожги его труп. А то еще встанет. Ой. Еще успею сделать один снимок. Не бойся, солнышко. Это я. Папа. Нет, ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали. Но это неправда. Лили, прошу тебя.
Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Ты еще кто? Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Мира? Убирайся. Ты ее не получишь. Вот это поворот. О как! Вот это поворот событий. Мира? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о Мире. Вот сволочь. Черт. Вот это поворот. Глава 9. Новое зло. То, что нибудь только есть? Большой красный крест. Вот это искусство. Большой красный крест, это искусство. Так, ну здесь получается двое мертвы и трое живых. Ага, никакой другой информации ты не говоришь. Хорошо. Что это за кресты такие? Что это? Где зеркало? Не знаю, меня тоже сомнения мучают. Что это было? Где это я? Не знаю, в каком-то храме. Знакомый символ. Я вроде видел его в реальном мире. Да? Оба-на. Что это такое? Какой-то болт. Обычный. Обычный, в принципе, тоже подойдет. И еще порох. Тут вроде ничего я больше не вижу. Статуэта, кстати, уже очень давно нет. Очень давно нет статуэток. Ну, а здесь, в принципе, больше ничего полезного нет. Ладно, выходим. Выходим. Добро пожаловать, искатель. Ты пришел за ответом, и я тебе помогу. Кто это было?
Какой-то новый друг, возможно. Пусто. И топора нет. Топор-то куда делся? Ну, ну возьми ты. Как же долго ты берешь? Какой-то собор, что ли, это какие-то эти катакомбы. Это типа намек, да? Стреляй по лампам. И они будут гореть. Хорошо. Учту. О, черт. Похоже, их сожгли живьем. Ты, боже мой. Орудие пыток. Средневековье какое-то. Да, средневековье. Так, здесь, по-моему, была дверь. Подожди, а что тогда внизу? Вот в какую степь идти-то мне? Вниз или здесь посмотреть? Как бы... Вот этот вот друг бы не поднялся бы. А, они тут, скорее всего, двое поднимутся. 100%. Ладно, пойдем проверим туда там вниз. Блин, тут столько путей, и непонятно, какой из них правильный, какой неправильный. Эй, ты, блин! Только патрон на тебя потратил, зараза-то такая. Восемь патронов, блин. Ага, здесь тупик, хорошо. С этим хотя бы все ясно местом. Пошли. Ну и тогда что там? Куда идти-то, блин? Карта есть какая-нибудь? Нет, карта. По крайней мере, тут есть... А, это кирпич. Блин, я думал, это деталь оружия. По-моему, я слишком далеко ухожу. Давай, наверное, вернемся. Может быть, там тоже будет как бы тупик. И здесь будет верный путь.
Ну вот он точно поднимется, блин. Это не двое поднимутся здесь. Ага, все. Ну, по крайней мере, разобрался, что это все-таки тупик. Ну и когда они встанут? Странно. Ну, не хотите, как хотите. Так, не сюда. Страшно, 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 страшно. Ну, бери. Блин, вообще по 5, по 10 запчастей. Ну чё так мало-то? Столько надо для прокачки. А для прокачки мало дают. В какую степь идти? Блин, там кто-то есть? Да, и как собираешься его убить? Здесь какой-то должен быть подъемный механизм, что ли? Тогда здесь все решетки откроются. Это тоже друг встанет по-любому. Откуда ты взялся, блин, упырь? Откуда тут он взялся? Ну, этот, кстати, еще один поднимется. По-любому. Давай, наверное, используем обычные болты. Потому что, ну, по-любому видно, что он встанет. И лучше тех, кто встанет, если я не могу пройти, в этом помещении грохнуть. Там кто-то долбится.
А, вон он, парень. Не, ну это 100% не попаду я. 100%. Осторожно, каждый уголок. Ну все, они сейчас по-любому сейчас встанут. Это давай. Мне пригодится. А, вот как-то. Рычаг. С его помощью можно что-то открыть, а вот что именно, вам предстоит выяснить. Ну, в принципе, главный вход-то и надо будет открыть. Только сейчас, получается, все решетки все открылись абсолютно. Ну хватит уже. Заканчивай процесс. Ну ладно. Ну я ж сказал. Все выбежали. Решетки все открылись. А рычаг нужен для того, чтобы главные двери открыть. Ну, ну иди сюда. Чё ты рычишь, ну, упырь? Интересно, они умеют двери открывать? Умеют! Ах ты промазал, блин! Да что ты будешь делать? Возьми дробовик! Да дробовик ты возьми, господи, ты боже мой. Патроны кончились. Да поздравляю я тебя, что патроны кончились у тебя, блин. Ай. Патроны у него, блин, закончились. Ну что, тот друг встанет тоже. Пока никого нет. Порох. А в этих клетках что-то тоже есть полезное. Давай собирать. О, патроны на дробовик. Да возьми ты дробовик, да чё команда не слушается? И он нажимает 300 раз эти кнопки. Что-то как-то у них с кнопками проблемы. Когда это исправят, пока непонятно. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Взрывной где? Отлично. Если что, делать просто сразу ловушечку. Thank you.
Ну, упырь. Подойди ближе. Нет. Он, наоборот, пошел дальше. Блин! Да развернись! О, жиртрест бежит! Зараза. Не пошел сюда. Упыреныш. Все, он пошел дальше себе молиться там. Пусть молится. Все равно, что ли? Чё за бред? А чего не пошли-то на звук? Упыри, блин. Ну и чё, брать дробовик и валить? Может быть, сделать ловушку для того упыря? Ох, ты попал прям в стенку, молодец. Полная жесть. Трата боеприпасов. Еще что ли один? Я думал, уже все. По болтам у меня что? Плохо все. Все плохо. Блин, это тот, который застрял. Да что за идиотизм? Да куда же ты? Неужели? Хотя бы от одного мы избавились. Фух. У нас уже 13 тысяч геля, отлично. Это еще не все, что ли? Я думал, уже все. Надо внимательно смотреть, потому что кто-то, может быть, здесь встанет.
подчиняться свободе, страница 1. В людской природе заложено стремление сопротивляться. Человек сопротивляется изменениям, предписаниям и своим желаниям. Но духовная и эмоциональная цена за такое сопротивление часто слишком высока. Вселенная слишком совершенна, слишком все в ней соразмерно и выстроено. Неужели кто-то может считать, что такое совершенство – результат хаотических изменений? Я предполагаю, что в основе всего лежит замысел, план. Для меня, для вас, для каждого человека на свете. Кто-то говорит, что есть причина для всего. Другие называют это судьбой. Чем бы то ни было, горе тому, кто осмелится противостоять ему. Ух ты, подсумок. Хорошо. Кстати, что-нибудь там по здоровью. Тихо, тихо. По идее, возможно, там еще кто-то остался в тюряге в этой. Но они должны быть спящими. Вот, допустим. Вот этот друг. Ну. Спасибо. Да возьми ты. Очень замедленная реакция на кнопки. Очень замедленная реакция. Приходится жать по... А, блин! Вот тебя, упырь-то, я не за... А, пойдет. Фух, вроде все. Все комнаты я прошел, от всех избавился, так что можем идти уже открывать непосредственно сами эти ворота. Так, сигнал какой-то есть. Патроны для дробовика, отлично. Только у меня нет карты этой местности. А так, в принципе, неплохо. Вроде тут никто не встанет. Шприцик, хорошо. Шприц это хорошо. Здесь вроде тоже вставать некому. Ух, сейчас бы дойти как до какой-нибудь сохраняшки. Еще. Точка резонанса. Ну, здесь будет засада какая-нибудь? Блин, сейчас будет засада какая-нибудь, да?
Нет, просто открылся проход. Хорошо. Ого. Вон он. Вон он, подлюка, сидит. Да нет. Блин, в натуре сидит. Зараза. Я просто таких еще не встречал, блин. А вот открыл бы дверь, и была бы попа полная. А, она еще не открывается вдобавок. Окей. Не, ну реально, я таких еще не встречал. Вот он, еще один такой, да? Вроде лежит, лежит. Ага, точно. Вот этот с красными глазами-то я вижу. Упыреныш. Так, все, у меня закончились болты. Так, с точкой резонанса... А, хотя уже точка резонанса у нас находится здесь. Может открыть дверь? Нет, не может. Ну ладно. У нее глаза красные остались гореть. Ай, боже, бред какой. Эти глаза напротив. Ну все, это последняя дверь. Надеюсь, там будет где-нибудь сохраняшка, друзья. Прям какой-то проповедник. Что происходит? Не знаю. Поехали вниз. Где будет безопасная зона? Или хотя бы зеркальце? Опс, 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 опс. Гнилая лестница попалась. Опять какая-то, блин, решетка. Ты потерял все. А после спал в бездействие. Потом в отчаянии. Отчаяние привело к саморазрушению. Это ты, проповедник? Не хотел.
хотел увидеть. Это все твоя. Ты неудачник. Твоя дочь пропала из-за тебя. Ты ее не спас. У тебя есть ключ к облегчению страданий. А я могу показать замок. Кто ты? Что тебе нужно? Странный какой-то мужичок. Прошлого не изменишь. Его можно только принять. Иди навстречу. Не избегай его. Это же... Лили. Какого? Ух, беги, 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 Себастьян, беги. Какого рожна? Мужики, вы кто такие? Ух ты, а ты, коса, залез. Патроны кончились. Беги. Это аптечка? Это не то. Он еще и прикрывается. Слышь ты, пес. Прикрывается он еще, ты смотри. Беги, 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 промазал. Фух. Мерзость. Стоп. Сначала собирай давай. Это какие-то более серьезные уже пошли противники. Очень серьезные. Так, собираем все подряд. А, у нас есть аптечка. Да, на что мне там? Аптечка на какую циферку? На восьмерочку. Ну, раз валяется, почему бы не воспользоваться, да? Вроде бы все остальное я пособирал. Осталось только с этих собрать все. С того порох выпал. Стефано вышел из повиновения. Стал мне занозой вокруг. А ты эту занозу вытащишь. И за это будет награда. То есть... Он знал Стефана. Какая будет награда? Опять драться с кучей мобов? Давай туда. О! Зеркальце. Отлично. Тогда на сегодня тогда мы с вами закончим. Я за кадром смотаюсь в зеркало, сохранюсь. Может быть, что-нибудь прокачаем. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.